Всем привет! Сегодня я покажу, как я буду красить яйца к Пасхе необычным способом. Они получатся очень красивыми и интересными. И при этом это не займет много времени у вас и труда. Я подготовила 4 емкости, так как буду использовать 4 цвета. У меня это набор красителей. Вот такой. Также понадобятся сами куриные яйца, естественно, отварные, салфетки или бумажные полотенца, пипетка и резиночки. Для начала разведем краситель по инструкции. Яйца заворачиваем мы вот таким способом. Чем больше складочек, тем даже лучше. Сейчас начнется самое интересное. Одно яйцо я завернула в туалетную бумагу. Сравним результат, посмотрим, что будет для эксперимента. Теперь мы набираем в пипетку каждый цвет и вот так вот хаотично раскрашиваем яйца. Друзья, и вот что у меня получилось. Я очень довольна результатом. Вот это яйцо было в туалетной бумаге. Все-таки рисунок с помощью салфеток выходит более интересным. Посмотрите, какая красота! Это что-то необыкновенное. Узоры просто не выразить словами. Вот здесь интересный элемент, похожий на чешую какого-то зверя. Может быть, это яйцо дракона? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также смотрите всегда описание, там много чего интересного. Ссылки на мастер-классы. Допустим, будет ссылка на мастер-класс вот таких пасхальных вязаных яиц и вязаных корзинок. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.